The choice is yours. Здорово. Утренний отчет готов? Ебать ранги, бля. Уф. Да иди нахуй. Еще там выбирают по 10 человек, мне надо забрать в свою команду и во вражескую, для того, чтобы мы играли в доту хотя бы. Спасибо. Передумал. Бля, ну вы чего, я не хотел за тьму. Тут нету ауры на хп реген, это нечестно. Ладно, выиграю линию, чего возможно. Ten seconds remain. Five seconds. Короче, на меня падает свет сбоку. Я не опухший. У меня все норм. Просто я такой. Все. Беритесь с этим. У меня есть аллергия, но она никак не связана с опухшестью. Не, у меня все норм. Вообще абсолютно все норм. Разве что я чихаю, мне надувает. Бля, ранги просто пушка-бомба плюс ракета. Спектрофобия. Берем спектру. Ебуй. Так, самое главное, нужно водички налить, а то я умру без... и такая у меня, и пищевая. А-а-а! Даже так? Это Рики Мид. Нихуя. Или Огр Мид и Рики Тройка. Копа стратегии мистера Копа. Позложить ли через радик в нулевой на таком ранге, мне кажется, это будет даже нечестным. Да. Я вчера попался с каким-то феникс-плеером, у которого 12 тысяч игр на фениксе. И он, и мы с ним попадаемся, как я понял, раз в полгода, в год у него там... Ребята, он пришел на линию с Блэдстоуном, Вендлейсом, гранатой. Я ему покликал на Блэдстоун и сказал, что у меня мама шлюха. И в чем он не прав, да? Да я что только не пробовал, и... Ну, у меня на... гистаминоблокаторы, аллергия, если что. Именно глобулины я не пробовал. Больше блокатора тучных клеток, но при этом все равно. Она сезонная, но довольно быстро проходит. И я нормально себя чувствую там спустя какое-то время. Мне надо было пинговать на Блэдстоун. Да там пиздец, там и про Юлю какие-то там тирады были. Как это прошмандовка там и начинается, знаете, там полет фантазии. Я его размутил на минуте 30, начал с ним общаться, а он волчат пишет про меня такую хуйню, бля. Градус медицины реально в чате повысится. Я уже, если честно, 3 года ничего не делал, или 4 в плане медицинских. Там я уже забыл всю фармакологию, короче, вообще все. Я так... Это помню иногда. Поделай мне стаки на фре. Подожди, он не поставил обс, да? Он не качал... Ой, ошибка. Он поставил дитапс, я не могу прокликать их. Скорее всего, где-то здесь. А, не тут. Ну, дружочек, пирожочек, не на того напал. А чё, можно веточку бросить? Будь любезен.
Или ты хочешь застилить? Ну, конечно, конечно. Я не увидел, у него опс там лежит или сентряк. Значит, он поставил опс где-то вот тут, либо вот тут. Ну, хуй его знает. Пекси, да, его вроде зовут. Я даже зашел к нему, но он не стримил, там какой-то танкист 40-летний скуф. Говорит мне, что я что-то там... Ну, он до этого пришел на Фениксе с сапогом гранаты, теперь Виндлейз, Блэдстоун граната. Я говорю, бро, ну, может быть, как-то... Ты универсал, там все дела, можно же... Можно же на героя купить статки, если не хватает маны, нуль талисман, там, ну, знаете, метовые предметы, там, вот это вот. Был послан резко, нахуй. У меня 12500 игр на Феникс, никак не соберу его. Ебать, нихуя не круто. Прям там реально психушка какая-то происходила. Ну куда ты воюешь на худвинг? Ну куда? Я за пулю next. Да, у него все по таймингам, вроде все норм, просто боты какие-то стоят, которые не контестят, ничего не делают. Он бегает от этих ты кентавров. Подумаешь, куда? Иди по стаку, я ж тебя попросил. Как же башмака не хватает. На линии-то есть. Ладно, зря я, наверное, пушу линию ему. Next plus сыграем. Так, ну лучше. Огр второго левела вышел. Ладно, хотя... у нас левел 3 акс. Ребята. Блять, ну я чисто не удивлен. Unlucky. What a ride. Рики в миде перекайсил. Перекайсил тени. Опять у меня нет игры из-за долбоебов. Рики украл руну, какая жалость. Просто стоит АФК, он даже не стакнул ничего. Я просто в ахуе, ребят. Как-то убьем Найкса, я за агрю, он присыпет. Найкс меня не боится, просто идет репликой. Можно убить. Нам нужны левел 6 на сапах. У нас прям стоит АФК, фоткает. Лес не стакнул ничего. Вот опять три героя в миде. Разбивай вещь, разбивай. Не терпи. Ну а как, братан, ты стоишь против Рики на миде, на тине? У тебя тычка 100.
Да чем что-то объясняешь? 3000 ранг там чего? Да разбивай вещи на тени. Не стесняйся. То есть засыпать, когда он Firefly, тяжело, да? Надо подождать часик, чтобы он уже вышел. Угу, так. Ладно. Какой же аналог, ребята? Ух ты. И спектра еще прилетела. Обалдеть. О-о-о. Есть как-то, я не хочу тратить, он улетит. Найкса сюда привез, да? Догон на Никсе. Да, если честно, это все игры такие, неважно, утренняя, я вчера и вечером играл. Если бы вайбэк не вжал, был бы тоже даггер, и пошли в два даггера ебать лохов, у них 100 хп. Я даже не слышу ульта его. Рики с Филактерией первым этом. Там моб стоит, некто в курсе. Да, скорее всего, судя по тому, как они стрейфятся. Он за мной. Я с даггером так-то, тиней будет? Опс. Блядь, ужас. Что будет даггер 2 секунды? У меня еще даст кончится. Я не могу, я уже еле сижу. Да, они просто свиданули. Так, я знаю, где два пса. По идее. Виздом, Фурион. Сейчас 150 голды, можем даже на Экса разъебать пойти. Нам нужно смог для этого. Сейчас принесу. Пока он без Сенджи, то можем, очевидно. Здесь опс был. Я помню. Бежит, сука. Был. У него догон на Никсе. Да. Не летит Бэтмейл. Я подхожу к вам. А к вам Рики еще бежит, наверное. Пиздец, все. Стоило только поныть сразу. Рики в миде с Филактерией. Бизнес туда с Филактерией. Ой, господи боже. Я с самого начала игры пингелал. Пиарчит просто фастовый на фуроне. Зачем тебе эта урна? И это тоже. Ладно, придется как будто транквил после даггера сделать. Ты можешь на Фурионе сделать отпуск в этой игре? Я полечу дрифану. И шарты все, и больше там ничего не надо от тебя. Че, подо мной Никс будет? Никса не видно. Я стакну, закачаю два, наверное, даже.
Рики только что... Привет, видели. Танечка, писечка, пусечка. Опять игры не выиграются. Да, блин, 4К ранг на Тине, байбэкнулся. Жаль, что шмотки не разбил. Я бы уже Некс брегнул. Надо бы Найкса хоть разок убить, пока можем еще. Мне Арчи это идет, летит на Найкса. Через базу я подойду, на даггер есть тоже, 3 даггера у нас. В этой игре точно агадим надо сделать будет, потому что лоу-скильная катка. Я могу вас подкурить, парни, подойдите. Давай, давай. Я думаю, они байтят на Угра, нет смысла в него, надо убить да, других. Мало ресов на тень. А, под нами герой, под нами герой. Блять, вот бы ты на тени нажимал свои кнопки инстантно, когда нас дизейбли героя. Купи шарт на фурионе, пожалуйста, прям сейчас не покупай блейдмейл. Нам очень нужен твой шарт. Билка еще вообще без итемов. Полсекунды не хватило, чтобы лассо нажать. Жду твой shadow step, сейчас попробуем бить. 8. Я тпс тоже. Накса можем 100%, он вот здесь сейчас будет. Без рейджа. Ну Накса, Накса, ребят. Христом Богом молю, купи на фурионе шарт. Вчера Пасха была. Понятно, он неверующий, еретик. Пингу привык. Да давно уже. Да мне похуй. Я говорю, тут на пинг влияет только то, что ты плохо жмешь стики в основном. Ребята, очень тяжело будет подраться. Запушите линию. Хуёво вышло. Конечно, хуёво. Прыгаем по Т1, когда они все ресуются. Ебанёшься. А, нет ТП, ладно, я не пойду туда. Конечно, хуёво, блядь. Хуёво, когда твою тёлку забирают с колбумажек. Вот это хуёво. Ты что, как призрак ходишь, Шиль? Ебать, ещё один летит? The enemy attacks your middle tower. Спасибо, Елик, за рыб. 12 тысяч апнул. Че нет? Я тут. Жалко. Ладно, если Найкс умрет, я доволен. Надеюсь, он не затагрит армлет, да, потому что он лутскилл. Но это все равно пиздец, а не катка. Тинни не хочет ДБКБ себе сделать. Еще он саблю вместо филактерии, он уже на этот раз. И Рики смог кринал, который я не могу прыгнуть. Агенты похлеще тебя верно банят. Да, то есть мы реально заходим и меняем каждый раз вот здесь героев, да, правильно? На стадии драфта или как? Он не умер. Он реально не умер. Этот умер. Увы, ях.
Агенты. У меня, кстати, это два шмотка не... А, ее и нет, собственно, ладно. Я клянусь, я не знаю, что в этой игре сделать. Как объяснить чуваку, что ему нужно БКБ в 55 дизейбов? Нихуя он нас перенашел таргет. Он без Найкс пишет. А, он меня сам видит. Ну что-то доджил. 2100 хп на реке. Здесь Никс еще под вами. Никс. Че он подумал? Че, а жизнь не подумал, постоял. Здесь обстоит. Да кинь ты ветку уже. Ой, блядь. Две тычки дал, а ветку не кидал. Ёбаный в рот. О, теперь кинул. Найкс летит, скорее всего. Да, я не могу это играть. У меня мозг тупеет. Просто жидким становится в моменте. Что там, Next Engineer купил Centuries, спасибо. Наконец-то они закончат скоро. Огр пятерка с Тараской. Так ты ж стоял с ним на фурионе, братишка. Охуенные вещи, конечно, выпали. Нет. У спектры арчит Яша и почти Манта. Что интересно, у него здесь до сих пор обстоит, я не могу развернуть. Рики бежит здесь, наверное, с Найксом внутри, да, Найкс внутри Рики. Ладно, я на ТП съебался. Они за тобой пошли. Их нету в тройке. Просто арканы, Тараска, блять. Мечта чья? И вот, вот видите, никого же не убьют теперь. Он вылез. Можно смокануть. У нас сейчас будет Shadow Step. Тебе придется на тени не прыгать первым пока что. ДД есть. Мне с вами надо. ДД. Ебать рунка. Здесь герой. Рики, возможно, был. Но я не мог нажать даст, потому что если я спалил сапта, я не знал. Нас бегут. Да. Нахуй я второй смог. Бурен. А, там белка вяжет. Никс под нами. Да ш... Ой, блядь. Нечто хуёво. Бэк. Всё, распушите линию, мы не можем драться. Он реально с Дэнни смог Никса, да, убить. Странь шмотки нет. Тэпает Сантьяя.
Тапись. Чё, подо мной Никс или Рикки? Он один, кстати. Охуеть, он вообще тут? Или не один? С гейта могут к вам прийти. Найс. Спектра умерла. Я пока еще не представляю, как это выиграть. Только от лассо по двум. Типа Никса, Рикки, наверное, два важных таргета. Либо Никс и Белка какая-нибудь. Не знаю. Ну как сделать так, чтобы они встали вместе? Ну и так встает иногда. И в инвиз я, по идее, не могу нажать второе лассо. Но оно не сработает. Думаю, это было бы слишком нечестно. Жалко, нельзя залочить теперь, как раньше, эти по три только лочить. Думаю, мне сейчас должен Никс искать. Нет, не меня, ладно. Легкая цель. Я уж под пушевую линию. Нежели сдохну. Главное не победа, а участие. Согласен. Виздом. Двою от арчидов там. Как будто они Рошана бьют, да? Но у нас нет скана даже. Ой, ладно, я закачал 2000. БКБ, агоним, линза, что-то такое. Шива тут пиздец. Уже неплохая. С одной стороны. А мид не распушит, ладно. Куда? Кого он соло забрал Рошана? С огромной. С гейта сейчас придут, да? Ну давай, карапассируй, брат. От ХГ можно подраться вполне. Они сейчас меня полетят, я думаю. Здесь уже кто-то был, по-моему. Или ХГ будут бить. Можем от ХГ, ребят. Даже до лассо его один раз. Его нет, а я вис. А, так, у него агоним. У него, он, кстати, торчит, здесь оп стоит. Ну, ебанутые люди. Типичные лоу-ПТСы. Вот типичные представители лоу-ПТСов, без негатива. Мне даст 5 секунд. У тебя 3 вильнов, здесь герой мне 2 секунды даст. Да, ну это к тому, что сейчас Никс и Мана выжмет. Но без Накса они не такие сильные. Блять, не успел БКБ вдавить. Как будто... Там Рикки сзади, ребят, пол хп поддаст там. Уже без даста. А вот... Харт! Найс. В целом, окей. Вот это вот. Найс. Я с карапасами в инвизе застанила, я не успел. Ничего, нормально.
2 в 5, считайте, с Аегисом. Ну, там Некс долбоёб, конечно. Можем шарды поубивать. Ну, или дальше качаться. Я не знаю, мне кажется, Спектра слабее, чем Рики, да, в мидгейме? Чё, у него, кстати, есть шард? Нет, еще нету. Ну, у меня фрагов нету, вы все лайны пушите. Можно что-то мне забрать? Чему ты веришь, что я бегу на пачку огромную, ты летишь? Я БКБшка сказал бы. Да все норм. Дайте спектре кач просто и все. Думаю, ноль получше, чем этот. Ну, в любом случае даст, но здесь до сих пор обстоит. Надо будет гем взять. Там всю игру стоит, блять. Да, да. Они будут искать киллы еще с этим, с Никсом или Нексом. Или вместе. Ловушка Джокер. О, на мне Никс, ребят. Ну и Некс. И гем, кстати, у него. Не... Я... Увы. Карапаса сильнее, чем я. А чем мы гем на Некса? Кто у нас инвизи? Это чтоб типа мы его выбили, да? Скади. У Скади не так плохо, мне кажется. У нас глифа нету. Ну через 9 я резнусь. Че, может нулик продашь или? Да, go, go. Ой. Рики умер. Что будет? У нас пока нет героя. Я лечу со Скади. Что такое, блядь? Надо Никса убить, ни урона не будет. Ебать, мне шводка заблочила дэмэдж. Я выжил. Ну теперь экспо... Там где-то гем должен быть на Некс. Где Некс он? Все, Некс. И фраги повезло. Продай урну, наверное, нужен такой стадион. Да, да, ща продам. Окей. Да не, у них ни шанса зайти на базу к нам. Да, и они такие долбоебы, то, конечно. Гем забрал этот. Прям гем джемплес. Там линка даже не в планах. Спасибо за гем. Угу. Красавчик. Нереальный товар. Хорошо, но нет еще. А, сейчас будет, наверное. Прям гетто гоним. Игры. А чё? А, точно. Я виздом заберу. О, у нас спраут лишь versus Рики звериness. У них до сих пор нет этих лотусов, нихуя, блять. Просто чел с Тараской на пятерке ебенит. Ну его хуй убить еще, если что. И он постоянно мультикастит. Этот до сих пор БКБ себе не купил. А так а нахуй она нужна, реально. Там смокскрин всего лишь-то. Сетки, блять. Все спелы Никса. Сейчас Никс и Накс опять с инфестом побегут у нас. Да, надо сейчас не сдохнуть. Мы без вайбеков. Плеер андрошман. Нам нужно вокруг Рошана сыграть, ребят.
Он так летит, он сюда летит. Передумал. Я в него полечу, значит. Можно? Ну ладно, я жду всех, я не... Тут может быть много... Не надо в крипов. Я понимаю, надо... Никса надо убить. Найс. Все, у них урона нет. Ну как нет. Не хилится, его крип ебаный бьет. Теперь я тоже не хилится, меня крип бьет. Так он не добавил. Да, нет, ребят, файт тотальная хуйня. Я сидел. Бля, как так вышло? Троих загрил все равно. Да потому что я долго корчал вес огра. Припал зачем-то. Его на месте держать и все. Ну то, что спектра умирает до инфеста, это, конечно, не дело. Вот, как бы ее спасти, вот хуй знает даже, если честно. Но у меня плюс нажимать. Блин, Зак, Тарина, гоним. Я... Да, не надо ничего жать. Они не идут Рошана убивать. Пусть бьет. Рейсинг здесь подойду. Он золотой, он брат. Да, 6 секунд надо. У него БКБ вообще. Надо брошить. Мидас купил на Рике. На Рике норм режет, кстати. Сейчас меня тут выебут. Кинни, брат, помоги с Найксом. Не жми ты свою кнопку на спрутах. У меня будет. Ну, мы без рез. Ты можешь начать? 5 секунд. Шедоустеп через 10 будет. Идет справа, то он ли он, Рик, я. Че, идите в рошу, я нажму байбек на ванпост прилечу. Там еще три будет, там что-то у них файт какой-то. А че, я решил гонить? Ну, не думаю, что они вдвоем пойдут дефать. Что-то я хуёво нажал. Фурион там... Можно в Рошана. Не можем, он сейчас пойдет через 15. Если все, конечно, будут бить сразу. Чё, мы его поймали? Парни, ну мы бьем Рошана. Он сейчас уйдет на бот. Так, блядь, пусть бьет меня. Огонек. Бэквейк. Ладно. Какой-то кринж, они файт. Они могут спектру в боте ждать. Спектра вообще нихуя не колет, вот когда ему что-то не нравится, он колет, когда... Это пиздец, конечно, майндсет такой хуёвый, что... Дашь, сыр? Или тебе надо пережить вот этот один момент? Ну, мне да, да, бэш. Игра есть, если он на пачку пойдет. Ну, ты можешь смок мне дать, его нажмем. Да. Ну, поищем киллы. Может, мы найдем сейчас любой даже герой. Никс, похуй.
Под спектрой убьем любого же. Ник, стой. Пока не меньше. Radiant structures are fortified. Hell yeah! Sorry. Там еще герои. Найкс, Найкс, Никс, Никс, Никс. Ладно, хотя бы так. У меня дельцептор я не могу купить сперва, судя по всему, у меня не будет слота. И упс. Лассо 20. А где спектра? Дай мне лотус один на фаре. Гив лотус на спек. Рада. Не смог, наверное. Можно выйти, я без ресов остался. Я улетел. Ну, вообще нужны линзы, нужно без нее вообще не... Ну, они все с форстафами, со всей хуйни. По-другому никак. Да, Дова. Че, и музыка закончилась, какой-то анлак. Может, телескоп... Ура, боже мой, спасибо, Иисус, что ты существуешь. Иисус. Рики с Найксом, Рики вот Найкс. Там 3600 здоровья. Надо все вместе просто быть, и все, ребят, мы же их убьем. Сука, он меня убил нейтралкой, бля. Гем лежит, гем здесь. Прекрати. Stop using sprouts, my friend. Да, я из-за него Найкса не зарубил. Не достал ренджер. Гем есть собрать? Yeah. Вот здесь лежит. Вот. Нейтралка меня просто ёбнул халаком. You can die to Nyx, careful. Ладно, там... Главное, чтобы меня сейчас Никс не разъебал. Так ты же с этим гемом, как он тебя найдет. Я могу гем в курьера взять, это как тебе, короче. Давай, давай, давай. Но вам его будет не хватать, я уверен. Фурион, дроп, дроп даст, I'll give you gem. Фурион, дроп даст, nice. Сейчас белка будет кидать отсюда кнопочку. Бля, это же, ну, это же такая тупая игра, они должны нас были кончить, если бы долбоёб на Найкса не пошел бить хайграунд. Думайтесь. Причем три раза пошел бить хайграунд, когда он не может убить. Как будто я играю 3000 ММР игру. Стрим призывом этих чемпионов. Они нереальные таланты. Особенно никнейм Тини, который до сих пор без ВКБ играет 45 минут. Смокскрин, стан, слоу, сетку в Open Wound, 4 спелла Никса. До сих пор, в 4 Иула, кстати, он играет. И до сих пор без ВКБ. Но он гений. Он определенно, если он может выиграть эту игру без ВКБ, то он просто нереально талант. I'm not with you guys, I'm running. Это мой смог, это мой. Вот. 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 Надо выходить на акцию, главное, выжил. Выйдите после этого. Никак. Баш. Я
Может быть, БКБ на тени подумаешь купить вместо своих дерьмошмоток? То есть засмог скрин реки один убер и все. Пока переложил детекшн. Уже все, прошу. Еще гем нужен новый. Ну вот. Там сейчас его 2 еще будут. До сих пор не думает о БКБ. И он не будет его покупать, я более чем уверен. Это же просто бред. А вот думаю, блять, рискнуть скипнуть без БК или нет? Нет, не надо. Просто встанем и вадимся и подеремся, если надо. Ну у меня этот... Аганим. Я понимаю. Пусть и не подыхли. Да пофиг, пускай они две стороны забирают, зачем я тебя? Фронт будут форс, тогда окей. Ну я пачку скипнул. У нас Т2 есть. Одна осталась. Вот это последняя. Я даже думаю, что можно без двух сторон. Ебать там ауе кола. Пачки нет. Но им это не мешает. Трон не зайдут. Чтобы ты на этом, на Крикасе не сам... Чем купил? А чем купил? А, он банился. Он просто банился на тебе. За респект. Ну еще Рошан не ап. Он на 48, там 30 прям апнется. Куда? Банит. И вряд ли будет. На тени 4800 ран. Купи БКБ на тени. Ты опять умрешь за смокскрин. Ничего не сделаешь. Мы тебя даже форснуть не можем. Там шарт. Там его даже нет. Это пиздец. 50 минут Рики без шарда играет. Я... Бот в лобби, чисто. Можно топырь занять. Врош, может быть, уже. Ну, мы забрали на 50-й. Ну, точнее, днем. Мы на ровно на 40-й забрали. Сэнд, Трэнси. Го выбивать их на базу. Да. У нас выбора нету. Я без бая. Мог ревью или что, или кончился? Да не, у меня это не. Stand one trend to rush SOC и rush it up. Rush up, rush up, парни, go, у нас 50 секунд. Могут сбить ТП спектре. Огр тэпнулся. Аган. Аган на спектре. А мусор слот у меня не слота. У меня есть. Надо мусор забрать. Забери Аганин на спектре. Возьми Тайгерс, но у тебя бая нету. Ну что с тобой не так? Ну это свой продам сыр. Или тебе второй дать? Не, не. Оставь просто все. Госма конем здесь. Я прыгну на базу сейчас к ним. Пушьте линии, пусть спектра покажут. Здесь Рики, Снайкса внутри. Да его на файт. Надо подняться. Don't go like this on Furion. Да, поднимаемся, парни. А ты вообще дебил на Фурионе, ёбаный долбоёб. Без вебека так-то мы же отойдём. Может, все надо. Ах,
я напрыгнул, все. Никса надо после боя убить. Никак. Надо было нажать. Ну как так можно? Вот я зашел, блинкаут успел нажать от Рики, чел просто пешком секунд 10 там находится. Понимаешь, она акция, надо искать их, мне базу что-то делать уже. Никс самый главный таргет. У нас нет гема из анлоков. Никс без Б. Я БКБ КД, не могу прыгнуть. Хекс на угре. Опять на Экс, долбоёб. Не, еще не победа, у них все бои есть. От Никса нельзя умереть сейчас. Здесь он. Нихуя не победа. Даже не начало конца, я бы так сказал. Куда надо пуш, чтоб... Да. Чё, не поверю, что его может Никс убить, да? Ладно. GG. GG. О, догадался на этом КБ купить на тени, на 53-й. Хорош. Карапассировала, да, тебя? Блин, вот дела. Вот, блин. Что сделать? Ладно. Кого бы еще ебать? Ну, вот это дебил вообще. Да, братан, именно мы, когда у нас была Егис, сдохли. Разминочная, как обычно.